Но как было пройти мимо такого грандиозного события – День мамы? Объявили конкурс «Мама и ее профессия». И увлеклись сразу все. Работы потекли, как из множества ручейков. Открылась выставка. На других посмотреть и себя показать приходили семьями. Это же какая ответственность? Конкурс мам. Самых лучших мам. Было так настолько интересно, что некоторые дети, которые приносили работу, они с таким волнением говорили, что вот здесь у меня что-то не получилось. Вот не знаю, вот как вы думаете, мама, похоже, здесь получилось? То есть, ну, такие были волнительные моменты. А некоторые с такой радостью приносили, вот моя мама. Я думаю, что в течение недели посетят все мамы и узнают себя на этой выставке. Да, мамы разные нужны. И у всех они неповторимые. Бывают и такими, и такими нежными, как во сне. Главное, что с каждым днем они становятся ближе и понятнее, и, конечно, дороже. Поэтому хочется нарисовать маму самой красивой, и чтобы все ее увидели. Сергей Берзин, Денис Корнев, Первый Мытищинский.